Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Турцию в Sid Meier's Civilization 6. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Также напомню, что спонсоры канала видят все серии сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо за поддержку канала и приятного продолжения просмотра. Никто там космопорты не строит до сих пор? Ага. Улетают такие ребята. Понял. Содержание ядерных устройств. Тут. Плюс 2 жилья во всех городах. Очки великих людей накапливают. Да, нафиг они нужны. Дипломатия. Экономика. Где тут эти караваны? Караваны где? Вот, электронная коммерция. Так, ну тут мне, наверное, наука нужна. Все-таки рационализм поставим. О. Так, на меня еще одна ядерка намечается. А нет, намечается, бро. Пока не намечается. Я надеюсь, не в меня. Даже и не знаю. Блин, а все еще так близко, на самом деле. Буквально сколько? 30-300 не хватает. Это мотопехота, Алексей, куда? А Каяму захватывать. Еще что-то полетело. А так, знаете. Да. Пошли, кажется, по очкам поигрывать. Ну а что вы в самолетике пошли? Ну, в смысле, улетать. Что, мне жесть, пока вы улетите? Ну, если можно. Да, все, тут туризмом уже никак. Ой-ой-ой. Я почти два раза откинул. Успел. Кто вообще захочет приезжать на отдых в ядерную, блин, страну? Я, значит, ему 1000 голды передал, а он на меня, да? Ну, надо же было ацтека захватить. Если бы ты не передал, ацтека бы не захватили. Ты можешь захватить ацтека? Могу тебе обратно 1000 передать. Хотя у меня нету их, я их потратил на самолет. Ай, блин, меня все убили, да? Да. Я почему-то думал, это мотопехота, а это ЗРК очередной. Блин. Кто не хочет мне денег дать, чтобы я брал, отобрал свой город обратно? Чтобы у Османа стало меньше очков на один город. Thank you.
Там три зверька стояло, вот, буквально рядышком. Ну и что? У термоядерной ракеты радиус две клетки, а у ЗРК одна. Это правда. Там столько чудес было. Так, что там со счетом? Переброшу. Блин, а чё это? Отлично поставил юниты. Поэтому Стамбул у меня упало, что у меня дебильно юниты стояли. А это ты куда кинул? А, понял. О, я какую-то ачивку получил под названием «Семь чудес постапокалиптического мира». Я, видимо, ядеркой разрушил очень много чудес каких-то, я так понимаю. Ну да, у меня семь чудес в этих двух городах было. Но ты их не разрушил. Может, видимо, просто захватил ядер? Это у японца, у японца. А у вас там весело, господа? Да. Развлекаемся как можем. Мы скоро Алексей ко мне доедет. Да нет, тут японец меня тоже захватывает вовсю. У нас тут постапокалипсис. Прикольно. Классно я расставил, конечно, юниты. Нет слов. Сертист, если еще побахает успешных концертов, может и по культуре как-то получится. Я, конечно, не уверен. Ну, я думаю, это проигрыш.
я думаю, это уже проигрыш. К сожалению. Ай, мне надо было быстрее наверное, раньше на японца. Или ждать, пока они с ацтеком что-то сделают. Так, тут нужно купить строителя, наверное. Умер где? Ну, в городах, наверное, умирают. Японец на счет. А то у меня ядерки летят еще до того, как у меня карта загрузится. Я готов. Я тоже. Давай. Влад. Не один, вопрос. Два, три. Кто первый запустил? Так, убит. Ладно, я, наверное, пойду, если вы не против. Да, спасибо за игру. Спасибо за игру. Спасибо за... Чуть-чуть стеку не хватило, на самом деле, буквально капельку. Влад наукой победит. Японец. Ты можешь да как-то и не в успею. Него тоже кинуть? Я не успею. Я 14 не ходов. Помалка. Тебе осталось последнее это и 14 ходов. Я не открыл еще по науке материалы умные. Ну, вы это видите, в принципе. Вот кидал бы в него ядерку, зачем же ты? Ну, сначала в тебя, потом в него. Если ты будешь продолжать в меня кидать, я и в тебя буду продолжать кидать, смысл мне. Да у меня пока закончили. А у меня нет. А, я не могу... У меня дружба, что ли, с ним? У меня дружба с ним пока. Да, дружба. А когда я с тобой дружбу заключил? Когда мы договаривались бомбить ацтека. Ходу в 7-8 назад. Блин, так это надолго пока. К сожалению. А у тебя японец вообще с ним союз? А сколько у тебя союз будет? 7 ходов. Я, честно говоря, сомневаюсь, что я успею, у меня не так много промки. Ну, скажем так, если ты последнюю запустишь где-то ходов за 5 до конца... ...то вполне можешь успеть. У меня... штук 5 космопортов, чтобы провести проекты. У меня есть только
один. Так, я понял, я поехал к тебе выступать. Так, ну я с отстеком тогда меряюсь. Понял, там тебе 6 ходов осталось союза, да? С индусом. Сейчас глянем. Да, 6 ходов это, а еще плюс нулевой. Будем тут чистить. Полечу. Пока. Я бы еще вот этот захватил как-нибудь, надо попытаться, во всяком случае. А, в Халеб давайте. Тут у нас чистенько вроде. Так, мне надо города ацтека забрать. Фабрика, шпиона, нет, торговца давайте. Что там шпионы делают? Ну? Странно, у меня так больше очков все равно. А, нет, уже рядом. Так еще одно чудо построил. Смешно. Подождите, ацтек ушел уже, я что-то. А, да, ушел. Он меня осудил. И понял, мы продолжаем воевать? А чё мне сидеть, ждать, делать, не знаю. Ну ладно. Чё у нас по очкам? Ну пока можем не воевать. Тогда убирай своего робота. Тебе страшно, Алексей? Нет, я просто сейчас закидай его ядерками, и на этом мы закончим. И ты улетишь просто. Точнее, термоядерками закидая. Ну так не закидывай. Закидывать? Не закидывать. Так закидывать или нет? Не закидывать? Не закидывать. Слышишь, что ты говоришь? Мне закидывать. А, я, короче, точно не успеваю. 100% не успеваю. Межпланетную экспедицию уже запустил. Да? Да, у меня нету этого, технологий. Я аж отставал, я все еще отстаю по технологии. Так, у тебя все уже последние. Так тебе 12 запуск. Ходов. Еще 12 ходов тебе. 5 технологий, это 15 ходов. Я так могу вам совершенно скинуть, честно говоря. Что? Зачем 5 технологий? Чтобы ускорять. Подожди, у тебя 500 науки, у тебя больше ускорять. Всех науки. Мне пишут, что эти технологии по одному ходу открываются. Я тоже не должен. У меня по 3. Я тебе честно, я могу тебе скриншот скинуть, у меня по 3 показывают. Может, тебя они не ускорены?
Нет. У меня они не ускорены. Но мне вот 3 хода показывают. Не, вы как хотите, можете меня ядром забросить. Я могу вам даже скриншот скинуть, я не успею. Можете драться за очки. Его Акан забирать, видимо. Подлодки стоят, если на тот случай, если японец, блин, нормальный век вышел. Ну, вообще мне с веками в этом, в этой игре не очень как-то. Будешь мерить? Мирись. Ты города ацтека захватывать не будешь? Не буду. Тогда миримся. Тогда Лёша будет их захватывать. Ну, конечно. Да? Я просто ж не могу, если мы в мире будем, я ж не могу их отбить у него. Опа. А у меня ядерный что? Кризис против индуса. Меня? Да. Так что следующим ходом, по идее, могу проголосовать и кидать в тебя ядерки. О, отлично. Но это не меняет того факта, что мне нужно 5 технологий выучить. Просто 5. Круто они, конечно, на самом деле придумали, что так все сложно. Ну, я когда там позавчера успел. У тебя было больше космопортов, наверное. У меня еще с этим есть проблемы определенные. Тебе вылез этот кризис, японец? Мне против Сулеймана ядерный. А, точно. Блин, а я же подавал против индуса, что за хрень? Блин, а я это проголосовал. Я проголосовал, типа, чтобы на меня не прошел, ты потратил все очки. ГГ. Но я все равно не успею. Самое интересное, что я не могу за проголосовать. Ну ладно. Так я все равно против проголосовал и залил туда 7 или 8 голосов, или 9. Так я не понимаю, а где то, что я подавал? Тогда следующим, что ли? Может, следующим будет, наверное. Это странно. А, стоп, подожди, да, я проголосовал против себя. Что это такое? Ну, короче, на меня не прошел кризис. А почему я не мог голосовать?
А, потому что, типа, я подавал... А, вот как оно, вот оно что. А я не мог голосовать, наверное, потому что я и в дружбе еще. Ну ладно. Блин. Я, наверное, все равно успею в тебя что-нибудь кинуть. Как ты думаешь? Да, я думаю, успеешь. Так, я говорю тебе, но мне реально 15 ходов показывает. Ну, уже меньше, чем 15, но все еще 5 технологий я изучаю, морские поселения. Просто ужас. Слушайте, а если я захвачу полностью ацтека, не победит ли культурой артист? Тебе, подожди, а тебе технологии, которые вот под межпланетный полет, они у тебя по единичке стоят? Не, уже по три. Это было просто, видимо, я там что-то ускорил, у меня все технологии типа были по единице. Я открыл теху, а да, теперь уже понял. По три, да. Три, четыре даже, четыре, пять. Межпланетный полет вообще 5 ходов сейчас написан. Ну, у меня и... 3, но да, но у тебя-то 660 науки, а у меня меньше 400. Все-таки. Грустно, это все грустно. Алюминий заканчивается. Может пообстреливать? Да я все же ядерку сюда буду бросать. Мне обстреливать. Так, а типа сама эта штука уже типа полетела, да? Просто я не могу ее ускорять. Как понять, сколько ходов мне еще она будет лететь? Зайди в научную победу, там написано, сколько прошло световых. Ну, я, короче, 2 из 25. Ну, понятно. А что, это могу ремонтировать? Все понятно. А, это дорога. Счастье. Ну, эти бонусы центра коммерции у нас как-то не особо денег. Да, если бы не эти две ядерки, моя бы уже летела бы ракета. Ну, вот, так, а ты спрашивал... Баня шедевры, я не знаю, книжки, наверное, или музыку. Музыка, скорее. Чтобы... Обычно музыка там дофига туризма дает. Значит, музыка. Вообще там дипломатии совершенно случайно никто не побеждает. Блин, там у Влада 5 очков дипломатии победы. Не, не сможет он. То я не смогу, да. Ну, типа, я максимум, даже если эти два бы получил, я максимум могу вот еще одно сделать. А, Лёша украл. А, Лёша все залил просто. Ну да. Эх, украл у меня победу. Ну, я не знаю, это самая странная победа. То есть она чисто как-то на невнимательность людей построена, я так понимаю. Типа, вот, да тут даже типа. Не всегда эти вообще за всю игру этих 10 очков будет, в принципе. Ну да. Но я с ботами, меня на последнем голосовании боты тупо взяли против меня, все загнали. Сволочи. Все, плюс один.
А с Поленки я воюю? Так, святые замки у меня, значит. Нет, уникальные котята. Вот эта группа я называю. Захвачу Поленки. По пути. Что бахнул? Да я тут на ацтека бросаю. Я думал, у меня пол... Я так понимаю, сейчас Леша по счету победит, да? Да. Ну или тебя момент... еще японец захватит. Ну, кстати, вариант, да. При том, что я на тебя ядерки точно брошу, а я тебя захватывать не буду, то... то может ему помочь. Ты не против, Влад, будешь, да? Можешь попробовать. Ну, типа, я поддаваться-то точно не буду. Да, я знаю, что ты не будешь. Ну, то есть, у меня тоже есть ядерки. Да, есть. Я смогу бросить в ответ. Ну, точнее, я смогу вернуть свои города. К счастью, юниты у меня тоже есть. Ну и зенитки у меня везде стоят. Я их уже давно начал строить. А, я уже вижу, где ты подъезжаешь, мотор. Ну, вообще-то я не к тебе ехал, мотор. И бомбардировщик реактивный тут стоит. Совпадение? Что-то мне, знаете, я бы подумалось, а если я захвачу ацтека, не победит ли культура японец? Будет... А у него там настолько все круто? Ну, у него будет 100, 120 из нужных 166. Мы что-то еще проголосовали там против этого. Стоп, я хотел еще Поленки захватить. Против, как оно называется-то? Вы должны меня понять. Я надеюсь, вы меня поймете. Ну, против музыкантов, да. Да. Стоим здесь, очищаем. А, нет, к японцу мы точно не будем отправлять. Ну, давайте в Занзибар. Что мобильные зерка просто пострелять. Ты Бордо вначале захватил, да? Я только участвую, территорию, собственно, рассматриваю. Ну, осталось
Много ходов осталось, мало ходов осталось. Ну, кстати, если захватывают город космопортом, откуда ты отправил, то замораживается отсчет полета. Да, там... Ну, тут город, по-моему, сложно захватить, но логика не в этом. Логика в том, что я сейчас открыл, получается, вторую, и мне еще нужно три, и каждая по три хода. Ну, то есть я не улетаю. 100%. Я читаю проекты, там, все дела, но это не помогает. Ну, я вижу, что ты еще межпланетные не открыл. Ты сейчас кибернетику открыл? Вот сейчас только буду ее открывать. У меня кибернетика, потом улучшенный искусственный интеллект, и потом только межпланетный полет. Не, ну если бы еще было 20 ходов, и вы на меня не нападали, тогда, конечно, легчайшая была бы победа. Ну ты что там ходишь, Лёша, там зениток очень много. Я не думаю, что там реально пропустить ракеты ядерные. А, ну да. Я строю только термоядерки. Ну, я вижу много точек, куда тебя запустить. Вот, например, если я кину в политический район твой, то у тебя Калькутта и Мадурай два города сразу тобой. Неприятно. Ставь быстрее туда зенитку. Да, но у вас тут, конечно, простор, что можно воевать. Ты видел, какой у меня был проход к инку? Да, маленький очень. Ну, ты видишь, я затупил, мне нужно было не идти в Париж, мне нужно было забрать города справа, а потом забирать Париж. А я пошел вплотную и еще без тарана. Там падал город, если был бы таран, но я затупил и все. Я, то есть я стены смог сбить даже без тарана, но потерял очень много... Ну я на самом деле поэтому и нападал. Я хочу попрактиковать это раннее нападение, как правильно сыграть. Я просто когда видел, что у Вару 40 военной мощи не требует ни одного ресурса, я такой, о, это подходящий имя. Ну я, собственно, поэтому и своими этими инчарами нападал тоже. Ты вообще знаешь, Алексей, когда у нас дружба заканчивается? Нет. И я не знаю. Ну, я так понял, что у вас союз раньше закончится с японцем. Может быть. Но мне надо ацтек все равно добирать, как бы там по культуре. Да, с японцем союз закончился. Японец, давай продлим. Да, ладно. Так, я по идее добегаю, да. Да. Надо кидать ядерку. Ну. Где ядерка? Чё-то я не вижу. Какая ядерка? А, у меня? Да. А куда ядерка-то полетела?
в Болонию, походу. Ну, этот город я уже просто буду юнитом обстреливать. Это уже так, от балды я беру. Увеличимся. Так, а ты хочешь помочь Лёше ему очки набрать, или ты просто хочешь ядерки позапускать? В смысле, как он мне поможет очки набрать? Нет, ты ему. А, я ему? Ну, если у меня будет ядерка лишняя, чё мне не кинуть её в тебя? Он мне показывает сейчас 7 ходов до улёта. Точнее, не до улёта, а до межпланетного полёта. Я не смогу, по идее, за... У меня нет уже для активации никакого юнита, чтобы быстро ускорить. А насколько сильно ускорение помогает вообще? Ну, каждый завершенный проект плюс один ход. А, плюс один? Да. О, да нет. Понятно, короче. Можете уже запускать ракеты у меня. Без шансов, то, что я могу улететь. Просто без шансов. Просто эти проекты один ход и делаются. Они быстрые, в отличие от... Это все. То есть, если у тебя там 4 космопорта, например, да, то в каждом поставил 2 хода, это у тебя плюс 8 вход, а там 25, то есть за 3 хода ты можешь долететь быстро. Да, я понял. О, подъезжает ко мне мой друг. Друг, я думал, мы друзья. Ты так поступаешь со мной. Я еще никак не поступил. Планируешь? Намерения твои понятны. Это попытка. Да не, я шучу. Все правильно делаешь. Я бы на самом деле, может, и сам на тебя захотел бы напасть, но проблема в том, что... Ну, слишком много нужно забрать, мне нету столько ядер. Кстати, прикольно, у тебя лыжный курорт. Слушай, кстати, в пустыне. Да, Влад, а ты не так ты сильно отстаешь по очкам на самом деле. Ну, от тебя-то я отстаю в 300 очков. Ну, я забрал... Это 4 города Ацтека. То есть, грубо говоря, это 4 города. Это вот эти хорошие 4 города. У нас было одинаково абсолютно очков с японцем, и я забрал 4 города, это Теотиуакан, Теночтитлан, Тинаюка и Тескока. И вот это вот плюс. То есть, грубо говоря, кто-то из вас забирает у другого 4 хороших города, он меня догоняет и побеждает. Я 4 города не смогу забрать. Слишком много потрачено на улет. Да нет, ядерок нету просто. Ну, без ядера как быстро города ж не возьмутся, там города по 100 мощи. Танки, как бы, даже новые танки, они не решают эту проблему. Самолеты долго, но у меня их все равно немного тоже. Я алюминияш, я специально его копил, что я знал, что мне понадобится. Ну, тоже там нужно 30 алюминия, да, получается, на эту штуку. А у меня плюс 0 вход. То есть я тут точно не улетал бы. Ну и на самом деле там вначале очень долго космопорт строил, я забыл там пару вещей поделать, как обычно. Типа перекинуть караваны, поускорять рабочими. Возможно, это как раз то время, которое мне бы помогло. Но... А ты дамбу на реке так и не построил, да? Нет. Какая длинная река. Полезна.
А, на вот этой, да? Не, я построил, но в другом месте, я так понимаю, из этого меня топит. Как выше построил? Если ты построил на той реке, на которой топит, то ее не должно уже за... А, ну, странно, а что тогда топит? Я не знаю, игра против меня работает. Река Сарасвати. А, так тут другая река у тебя. Как она может быть другой? Ну, река тут Нормада, а ты построил на Сарасвати. Прикольно, а почему она другая, если это одна река? Ну, у тебя даже надписи вот две, около Чинай, вот Сарасвати написано, а тут Нормада написано. Да, я уже вижу, да. Ну, просто это странно, что это разные реки, вот и все. Куда ты уплыл от меня, Алексей? Куда ты уплыл? Вернись. Да я исследую карту. Я ж ее так и не открою. Можем с тобой... А, нет, не можем. Или можем. Так можем военный или не союз можем? Союз уже поздно. Да я думал, военный союз, но мы не... Вот это да, вообще без смысла. Шансов. Еще есть вариант этот, как он называется? Кризис принять. Оно никак не поможет тебе против ядерок. Нет, а где наш не в ядерках, я там что, карту бы увидел. Потому что я видел карту вообще случайно, я еще удивился. У меня был военный союз с этим, с японцем, и он спутник запустил. Я такой сразу все увидел. Конечно, не очень быстрая получилась партия на 6 человек. Такая же, как и на 8, на самом деле. Да. Сколько получается? 5 плюс 3 примерно. 8 часов. Очень долго. А что ты решил, что оно быстрее, кстати, будет? Это же те же ходы. Ну, тот же таймер. Ходы те же, но просто там меньше шанс вылета и так дальше. Ну, видишь, не получилось, чтобы меньше был шанс вылета. Ацтека больше нет. Ура! В общем, все теперь зависит от артиста. Успеет он за 4 хода догнать меня по очкам. Ну, я думаю, он планирует как раз на последних ходах это делать. Мне надо еще Канди захватить из Занзибар, я думаю. Закончим соло. Я уже лодки удалил. Это робот, он жрет весь. Да, да, роботы хорошо жрут. У меня было два источника урана, я не пойму, где мне. Один походу поломан. А, вот наш. Ну я в любом случае уже не успею. Давайте Shift-Enter просто. Чтобы уже до конца. Сейчас это на секунду. Все еще надеешься на улет, да? Нет, ну я просто чисто изучаю, что происходит, скажем так. Улететь, конечно, тоже было бы неплохо, но... Это маловероятно. О, у нас... А, нет, у нас все еще с Алексеем дружба. Будет смешно, если до конца игры или, знаешь, до последнего хода. Если бы шарил, что делать, я бы, может... Хотя нет. Я что-то не понял. Ну, честно говоря, это как-то я странно принял дружбу. Я бы не принимал, если бы я был во вменяемом состоянии, а не в запаре. Потому что, ну, а смысл мне с тобой дружбу вообще иметь в данном случае? Не знаю, что я принял дружбу. Я бы на самом деле... Ну, то есть я бы улетел, у меня по ромке очень много было. Сейчас союз закончился, то 160, но было бы там 220 где-то, по идее. 156 очков, да, это много, конечно. 156 очков до Лёши? Да.
Мне вообще 350. Нет, все вот 4 города индуса тебе, думаю, должно хватить. Так вот даже визуально на карте мы примерно одинаковое место занимаем. У меня нет ядера, я его не смогу захватить. А, ну что ж ты так? Я сказал, у меня весь уран закончился. Ну тогда все-таки победа, а то я уже думал. Она. Я построю просто так. Пошли Канди захватывать. Да, блин. Алексей готов увез свои лодки. Сможешь ли ты меня простить? То я думал на них ядерки сбрасывать, а так это тоже делал с тобой и улетел. Но тогда было проще. Ну я считаю, что 170 ходов это самое то. Да. Больше, я думаю, это перебор. Это прям очень хорошо, если все хорошо идет. То есть, если бы, например, стек не забрал ученого на 100% ускорений, типа всех тех, я бы явно уже, бы, ну, шанс был бы выше улететь. А так я только межпланетный полет через 2 хода открою. На 170-м. Нет, ты что-то как-то с наукой немножко подзабил. Тебе надо было быстрее в науке идти. То есть, ты должен раньше открывать, чем ты это строишь. Да, я понимаю. А космопортов у тебя сколько? 2. Ну и космопортов хотя бы 3, хотя бы. Ну я 3-й строю, но поздно строю. Да я понимаю, да, я уже... Ну, я в этой игре как бы много полезного опыта получил. В следующий раз будет лучше. Так, ну я Shift Enter нажал. Осталось 3 хода, по тебе даже 2. У меня сейчас Нагана отвалится. Кто? А, Нагана. То есть у тебя еще меньше очков станет. Не, у меня поселок сдох. Где, в меня? Да. В меня не лезет. Я ж обещал. О нет! Еще? Я одну запустил. И я одну. Куда, куда? Я не достаю забрать город, обидно. А куда запустил ты? Там друга сам. В японца. В Нагою. Ну зачем Нагою? Ну, я думал, я ее заберу, а я не смог. Ну, я просто уже ставлю. Чисто, чтобы очередь была. Ну, ты все равно по очкам бы его не догнал. Ну, попытка, не пытка. Да нет, я намного очков. Пытка, не пытка. Все, что я могу тебе сказать. Все в ядерном угаре у меня. Алексей, конечно. Вообще не дружили. А мне как-то сразу не понравилось в самом начале игры. Как военный союз с сынком заключил, сразу как-то вот. Сразу перестал быть другом. Да. А из-за того, что ты попал там хорошо в мою ромашку, у меня еще и наука упала. Да. Так бы я на следующий ход смог еще попробовать что-то сделать.
Если бы француза раньше я забрал, все было бы нормально. Но да. Не но француз молодец, сопротивлялся. Если бы все люди так играли, было бы супер. Ну хотя, с другой стороны, я там плохо сыграл, но... Тем не менее... Тем не менее, как бы он реально боролся, строил юнитов, а не чудеса достраивал, как обычно люди делают в таких ситуациях. То есть он прям выжимал максимум из того, что он может сделать. А не типа, ой, сори, я не могу. Так а что тебе помешало? Почему ты застопорился? Ну, он настроил кучу копейщиков, они непробиваемые, и за ними лучники стояли. А я, когда, ну, эффект неожиданности у меня еще был, тарана не было, а он успел достроить стены в Париже. Но Бордо ты наскоком взял, да? Да, Бордо там легко упало. Там бы все упало, нужно было просто или идти с тараном, или забрать другие города, а потом Париж. А я сделал фигню. И поплатился за это, так сказать. Тут уже пофигу, что строить. Просто достраиваем. Я думаю, что это победа. В принципе, все, последний ход. Думаю, можно шифтентерить. Я даже еще не открыл межполетный полет. Но у меня тоже полетело. На последнем ходу. Ну, кстати, если бы вместо тебя был тот другой японец, то я бы, думаю, я уже выиграл, потому что... Я его планировал идти убивать, его легко было бы убить. Не сильно, по-моему, человек понимал, что делать. Мы миссионеры в Калькутте несут свет ислама. Все, я закончил. Так, ну чё, не улетел ты так в итоге? Да, один световой ход в год, это, конечно. Одну секунду. Аккад захватил. Да. Османская империя победила. Изи. Угу. Ну, рядышком. На самом деле, конечно, тяжело было. Когда ты в центре, и там... Мне повезло, что Ацтек не агрессивный. Я думаю, что если бы Ацтек нападал на меня, когда я нападал на Инка, мне было бы очень грустно. Приятно. Что там по графикам? Ну, наука даже. А вот сколько культуры было вообще. Так, я сразу уйду. Мне утром на работу. Ну ладно, не утром, в обед, но тем не менее. До свидания. Давай. И спасибо за игру. Спокойной ночи. Спасибо за игру. Уже 9 утра. Ты ребенка в детский садик отвел? Конечно. Лежит он, мультики смотрит. Вот что Цива с детьми делает. Да я даже не знаю, если его сейчас отвезти возьмут, в принципе. А что, бывает, что могут не брать? Ну, они говорят до 8 утра приводить детей. А какая разница? Там зарядка, зал. Блин, у тебя столько золота было, я смотрю. 4000, 5000. Шпионами, плюс эти караваны. Караваны к Владу хорошие ходили в середине игры. Там по 30 голды, по 35. Потеряно юнитов, да. Если бы не вот эти две ядерки в конце и не минус город, я бы улетел бы. Ну, собственно, в этом и была идея. Потому что в одном космопорту мне сорвали
из-за ядра, во втором космопорту сорвали, вот в третьем сейчас на 170-м ходу только закончилось. И пошел отч. А с другой стороны, если бы ты не улетал, не строил космопорту, я бы и не нападал на тебя, потому что я-то сам не строил, и мне нету смысла позволять. Космопорты я еще начал строить, они уже достраивались, когда я к отстыку. Правильно, но ты же там еще и проекты, два уже проекта сделал. То есть это заявочка на улет. Ну да. Ладно, спасибо за игру. Тоже пойду. Спасибо. С победой. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!